Друзья, вас рад поприветствовать на канале Веселый Инженер. Меня зовут Андрей, и сегодняшнее видео — топ 10 самых лучших систем ЧПУ в мире. Мы пройдем от самых популярных до каких-то самых-самых неизвестных и немножко поговорим о каждой из них. А ты обязательно в комментариях напиши, на каком станке работаешь ты и какая система ЧПУ используется в твоем цехе. О чем это видео? Естественно, есть станки с ЧПУ, на них есть какая-то стойка, да, используется какая-то система числового программного управления. Вот так вот выглядит эта стойка, если ее взять отдельно. А какие есть системы, мы сейчас с вами рассмотрим. Итак, первая, наверное, самая популярная система ЧПУ — это Фанук. Японская компания Фанук — самая мощная в мире компания в области исследований, проектирования и производства систем ЧПУ. С общим числом сотрудников более 4500 человек, в компании имеется более 1700 исследований и специалистов по проектированию. Данные системы наиболее часто встречаются в составе современных станков с ЧПУ. На сегодняшний день это самая полная и популярная система ЧПУ в мире. И это истинная правда, потому что каждый из вас, я уверен, видел такой станок с системой ЧПУ Фанук. На втором месте система ЧПУ Siemens. Siemens также очень мощная система ЧПУ. Система ЧПУ Siemens является продуктом группы Automation and Drive Group Германия. В составе концерна Siemens промышленная система ЧПУ Siemens появилась на рынке в период 1960-1964 год. Система ЧПУ Siemens Synumeric развивалась на протяжении многих поколений. В настоящее время широко используется в основном 802, 810, 840 и другие типы систем. Устройство ЧПУ компании Siemens имеет модульную конструкцию, которая является более экономичной по сравнению с конкурентами. Оснащается различным программным обеспечением для обеспечения выполнения различных типов процессов, что позволяет применять ее на различных станках с ЧПУ. На третьем месте у нас система ЧПУ Mitsubishi, безусловно, тоже достаточно популярная японская система ЧПУ Mitsubishi, которая является одним из лидеров по производству систем управления и постоянно стремится к совершенствованию своей продукции. Линейка продуктов Фанук охватывает программируемое управление, интерфейс человек-машина, сервосистемы переменного тока, инверторы промышленных роботов и низковольтовые распределительные устройства, которые доминируют в Азии. В промышленности широко используются такие системы ЧПУ, как M700V, серия M70V и много еще других. Серия M700V является продуктом высокого класса с полной нанометровой системой управления, высокоточной и высококачественной обработкой и поддержкой 5-осевой связи, которая позволяет обрабатывать заготовки со сложной геометрической формой поверхности. Вот это тройка лидеров. А теперь поехали дальше. Немецкая система с ЧПУ Heidenheim. Компания Heidenheim разрабатывает и производит высококачественные линейные угловые энкодеры, поворотные энкодеры, цифровые считывающие устройства и также системы ЧПУ. Продукция Heidenheim широко используется в прецизионных станках, оборудование для производства и обработки электронных компонентов, а также в независимости машинных системах, особенно в полупроводниковой и электронной промышленности. Операторы могут использовать простой в использовании язык программирования диалогового формата для написания стандартных программ обработки ISO на станке. Она подходит для фрезерных станков. Система Heidenheim может осуществлять управление сразу 12 осями одновременно. Следующая система ЧПУ Rexrod. Вот такая вот система. Инжиниринговая фирма Rexrod расположена в Германии, а бывший отдел технологий автоматизации Bosch стал Bosch Rexrod в 2001 году. Компания полностью принадлежит группе Bosch, но работает независимо. Высококачественная система ЧПУ MTX Advance может поддерживать до 250 осей с ЧПУ и 60 каналов с ЧПУ. Благодаря подключению в реальном времени и эффективной коммуникации людей, оборудование и продуктов построена очень гибкая, персонализированная и цифровая интеллектуальная модель производства. Дополненная система динамического управления производством с интеллектуальным подключением может осуществлять мониторинг взаимосвязи в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность обмена информацией и доступа, повышает эффективность производства, а также качество обработки и производства
продукции. Далее следует система ЧПУ NUM. Я думаю, что каждый из вас не видел такую систему, потому что она достаточно редко встречается. А вообще, NUM – известная международная компания во Франции, специализирующаяся на разработке и исследовании систем числового программного управления. Она является вторым по величине поставщиком систем ЧПУ в Европе. Системы ЧПУ NUM 1020 и 1040, разработанные компанией NUM в 1995 году, это компактная многофункциональная 32-разрядная система ЧПУ, полностью совместимая с системой серии NUM 1060. Особенно для 1-6 осевых станков с ЧПУ. Базовый блок NUM1020T подходит для 2-4 осевого встроенного программируемого контроллера с ЧПУ 32-разрядного ЦПУ фрезерного станка. Базовый блок конфигурации NUM1040M подходит для встроенного программируемого контроллера PLC CNC 32-разрядного ЦПУ фрезерного расточного станка и обрабатывающего центра. NUM1060 – модульная, мощная, многосевая группа ЧПУ, предназначена для обработки металлов, фрезерованием, точением, шлифованием, обработки древесины и различных зуборезных станков, специальных станков, линейных или роторных комбинированных станков. Система ЧПУ FAGOR. Да, вот такая система, один раз я ее даже видел вживую. FAGOR Automaticon является всемирно известным профессиональным производителем систем ЧПУ и цифровых дисплеев. FAGOR является дочерней компанией испанской группы Mondragon, которая была основана в 1972 году. Компания фокусируется на развитии автоматизации станков. Серия CNC 8070 в настоящее время является самой высококлассной системой ЧПУ от компании FAGOR, которая представляет собой сочетание технологий ЧПУ и персонального компьютера. Ее передовая аппаратная конфигурация может контролировать до 28 осей, 4 шпинделя, 4 инструментальных магазина и 4 исполнительных каналов. Система ЧПУ FAGOR серии 8025 является крупнейшей по объему продаж в Китае. Система ЧПУ MAZAK. Компания Yamazaki MAZAK была основана в 1919 году. Компания производит токарные станки с ЧПУ, токарные и фрезерные обрабатывающие центры из композитных материалов, вертикальные обрабатывающие центры, горизонтальные обрабатывающие центры, лазерные системы ЧПУ, гибкие производственные системы ФМС, системы CAD/CAM, устройства с ЧПУ, программное обеспечение для поддержки производства и так далее. Система ЧПУ MAZAK Troll Fusion 640 использует высокопроизводительный, высокоскоростной 64-битный процессор и применяет передовые возможности обработки данных для достижения высокой скорости и высококачественного управления движениями. Система ЧПУ MAZATROLL Fusion 640 впервые в мире использовала технологию слияния ЧПУ и ПК. Реализует сетевые и интеллектуальные функции систем ЧПУ. Уникальный язык программирования обработки MAZATROLL системы ЧПУ MAZATROLL Fusion 640 – это язык программирования, в котором применяется технология искусственного интеллекта, что значительно упрощает написание программ обработки. MAZAK – мировой лидер в области интеллектуальных систем ЧПУ. Система ЧПУ HNC. Вот уже пошли у нас китайские системы. Высокопроизводительная система ЧПУ HNC разработана китайской компанией HNC. Благодаря инновационным ключевым технологиям выходит на международный передовой уровень. HNC в основном используется в средних и высококачественных станках с ЧПУ, таких как токарные станки с ЧПУ, токарные центры, фрезерные станки с ЧПУ, вертикальные обрабатывающие центры, горизонтальные обрабатывающие центры, сверлильные резьбовые центры и пятиосевые станки. В таких областях, как энергетическое оборудование, автомобилестроение, судостроение и так далее. В нем используется верхняя и нижняя компьютерная структура с двумя модулями ЦПУ, а также открытая архитектура, которая представляет собой технологию промышленной шины с независимыми правами интеллектуальной собственности. В основном используется в высокоскоростных, высокоточных, многосевых, многоканальных, вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центрах, токарно-фрезерных комплексах и пятиосевых портальных станках. HNC является одним из немногих брендов систем ЧПУ Китая. И действительно, китайские станки очень много комплектуются вот именно такими системами. Система ЧПУ GSK.
Вот такая тоже система. Китайская компания GSK – это одна из крупнейших баз по исследованию разработки и производству систем ЧПУ для станков, в которой работают более 800 научных сотрудников. GSK имеет первоклассное производственное оборудование и технологические процессы, а ее ежегодное производство и продажа систем ЧПУ занимает первое место в стране уже 10 лет подряд. Системы ЧПУ GSK используются в большом количестве оборудования, например, токарных станках ЧПУ, сверлильно-фрезерных станках, обрабатывающих центрах, шлифовальных станках ЧПУ. Система GSK-27 использует несколько процессоров, имеет интерфейс взаимодействия человека и компьютера, а также настраиваемое меню. Она разработана в соответствии с требованиями эргономики, что в большей степени соответствует привычкам оператора. В системе ЧПУ GSK-27 используется открытая программная платформа, которая может легко соединяться с программным обеспечением сторонних производителей. Высокопроизводительное оборудование поддерживает до 8 каналов и 64 осевое управление. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, что я еще забыл рассказать. Всем добра. Пока-пока.